Сквер «Дубовый колок» – одно из любимых мест жителей Кировского района. Здесь есть все для комфортного отдыха. Скамейки, детская площадка, спортивный уголок и даже сцена с крышей, где при любой погоде могут давать концерт. А петь местные жители очень любят, рассказывает председатель ТОСа 12-го микрорайона Зоя Филькова. Комфортным этот сквер стал только в 2018-м. Его преобразовали по программе формирования комфортной городской среды. Мы очень рады за нашу набережную. За Ленинградскую, за площадь Куйбышева. Но все-таки мы далековато живем. И каждый раз, даже в выходные, мы не можем туда поехать. А здесь, в нашем районе, мы можем в любую точку пойти отдохнуть. И с детьми, и пожилые, и молодые. Кировский район второй по численности в Самаре. Здесь проживают почти 200 тысяч человек. Все жители активно принимают участие в голосовании за преобразование парков, скверов и площадей. Например, бульвар Металлургов, который в 2019 году приобрел новый облик, стал лидером общественного голосования. Школьная аллея на Ташкентской и улица Юбилейная – еще две площадки, которые привели в порядок в прошлом году. Благоустройство продолжается. На 2020 год у нас также жители рейтинговым голосованием победили и получили средства на реконструкцию территории в Зубчининовке. Тоже много сделано за предыдущие годы было. И объект сквер Невского, так называемый, он будет реконструирован в этом году. Для благоустройства в 2021 году жители определили на голосование три сквера. У дома номер 170 по улице Ташкентская, в поселке Восточный и на пересечении улиц Победа и Елизарова. Проголосовать за один из этих проектов или за другие 17 самарцы смогут на сайте администрации города с 26 февраля по 1 марта. Мария Левина, Василий Колдашов. События.